Это пипец, блядь. Приехал, стоит. Конечно. А? Межколесная блокировка. И попёр. Вот, Вова. Смотрите, там эта врачиха нам дала карточку, я взяла карточку со скандалом. Тут не берет, а тут. Отвезли к ней, она посмотрела, посмотрела на Антона и тут же сказала, вторичная, непрудная экзема. Яйца нельзя, манную кашу нельзя, это нельзя, это нельзя. Сейчас организм адаптировался, все. А сейчас, вот я говорю, и вот, наверное, лет 5, мы вообще просто мучаем. Просто мучаем. У нас вот на болезни вот это вот. Вот после того, как ты орешь, я тоже знаю, если. Вот, потом она выписала лекарство. Как помнишь, это было? А как ваши собачки это? И все, и вот. Собачки. Я на этого кожника, и ну я сейчас смотрю, у него на улице. Я сюда лег. Спокойной ночи, а не ты такой скупный. Мы тяжелый дом, спокойной ночи. Я что-то не понял, что, Давыдов, что ли? Да. Любимый. А давай, любимый, давай, сумка мою. Ну. Подожди, что с ним случилось? Катьки рядом нет. Катьки накатали, вон. Ох, ты мне на конфеты не налегай, заяц, мама. А давай вот смотри, Арифе. Мы тебе для чего барни купили? А ты что, не за рулем что ли? За рулем. Было утром. Ну, хорошо, так. Потому что снимали. Нет. Мы вот здесь живем. Выкопал всю дорогу. А купаться есть? Вообще просто вот так. А вы вчера не ездили? Собирали машину, пляжи, пути. А, что, жесть. Обратно ехал воду. Они там все-то уже рассказывали.
ты бачишь, ты бачишь. Ой, блин, Алексей, ты все как. Ну, спасибо, тебе редко.